Да не дергайся, зараза. Короче, 10 кил получается. Это же он не жрал ничего. Ну ты не давал ему этого самого. Это за день. Не дерзит, это за день. Так, ну вот у нас поросенок. Видно, нормально. 21 числа, сегодня у нас 22 или 23? 22. 22, ну вот день прошел. Значит, 21 числа, 2 месяца назад он родился. Вес его сейчас достиг 10 килограмм. Ну, естественно, они не все одинакового веса. Там есть чуть меньше, там может даже чуть больше кто. Но вот этого смогли поймать. Общими усилиями быстро бегал сильно. Сейчас, с учетом жары, то, что он с утра не ел ничего, только на подножном корме, на траве. Соответственно, ну, я скажу, что он не перекормленный, сейчас это не с едой, да, так скажем? Нет. Ну, вот такой вот, ну, Патя. Что за день на себя? Это девочка вообще у нас? Да. Девочка. Как я уже и говорил, в возрасте 2 месяца вес вьетнамца должен составлять около 10 килограмм. Это при его хорошем развитии, как бы росте нормальном. В 3 месяца будем взвешивать, уже должен быть... Там уже будет, должен быть около 25-26. Я, конечно, честно говоря, таким смелым этим не буду делать такие смелые. Ну, посмотрим, когда что там. 15 будет. Да не, он должен намного быстрее начать расти. Вес-то больше уже, больше съедает. Посмотрим. Ну вот. По кормлению все как обычно, приходится варить. Единственный недостаток, конечно, варить приходится зерно, иначе, ну, дерть, иначе оно не усваивается. Если не сваренное даешь, то, в принципе, как дал, так и все вышло, да, примерно в таком же виде. Ну, а так вот, видно, выросло достаточно большим уже ушастым. Все будем отпускать, я сейчас еще покажу его этих близких родственников. Там эту паузу поставь. Так, вот вечерний мацион у них сейчас. Они получают и кашло, в принципе, но сегодня с кашлом они отдыхают, пусть жрут. Что Бог подал? Бог подал травы с огорода. Ну, раз в день кашлоем, а так за день кого поймали, того и съели. Видите, есть он поменьше. Вот та вот наша, вот я только что ее взвешивал, вот это она, наверное, да? Или та, или вот та, что ест. Не, он вот та. Он мальчик пришел, в нем, короче, 9,5 килограмм. Ну, 10, как бы, килограмм, это такой уж совсем уж хороший результат, так скажем. Вот, кстати, сейчас мы передержали, ну, специально передержали. Слишком много родилось вьетнамцев. Нам так много не съесть, елки. У нас, получается, осталось, а у той 8, да? А у этой сколько? 7. 15 поросят, это будет, ну, будет, это будет где-то 15. С них выйдет, пусть по 25 килограмм уже будет всего. Да, будет как 3 свиньи и 8. Ну, короче, 300 килограмм мяса будет, как бы, немало. Кстати, мясо будет именно мясо, сало будет в минимально там, поэтому мы его ну, съестся нормально. Практически без отходов, сала много нету, а из-за этого, очень хорошо все. Ну, вот видите, как они растут. Сразу видно, я думаю, кому интересно, тот сможет оценить скорость роста вьетнамцев. Да, это не белые свиньи, слов нет. Белые, конечно, за 2 месяца вырастают уже килограмм, наверное, в них будет килограмм. Это 25, наверное. Нет, 30 нет, за 2 месяца. В месяц они где-то... 20-25. Да? Ну, ну, зато с кормами особо не паришься, что есть, то дал, вон траву едят, и от одной травы будут сыты. А сейчас подоспеют горбузы, кабачки, и пойдет кабачок, и будут они на кабачке сидеть, что гуси, елки. Белую траву едят. Так что, да, так, белая от травы, это так только... перебить аппетит ей. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Смотри, видно, забегалась, отошла в сторону, думает, главное, чтобы не ловила опять. Ну, тут бегает тоже нормально. Не, ну, где-то так, да. Плюс-минус килограмм, скажем так. Ну, могло быть и лучше, сразу скажу. Я не говорю, что это обалденный загонщик свиней. Ну, есть как есть, показываю как есть. Я, в принципе, на них особо там не налегаю, там никакими... Еда у них такая, подножный корм, он что у курей забрали,
Они что куры клюют, зерно ходят, видите? Куры их били раньше, теперь уже не получается. А раньше пиздили их только так. Уже как куры. Нет, так раньше сразу, помнишь, маленькие были, куры им давали жизни. Заклюют, заклюют, те разбегутся. Сейчас уже все, на морозе. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.